В отделении урологии Национального научного медицинского центра внедрены уникальные методики обследования и лечения андрологических заболеваний. В зависимости от причины мы можем выполнять сосудистые реконструктивные операции или уже при тяжелых степенях. Тяжелая степень эректильной дисфункции встречается в 7% среди населения. И в таких ситуациях мы делаем фаллопротезирование. Когда мы устанавливаем фаллопротез кавернозные тела, они разные бывают. Бывает одна компонентная, двухкомпонентная. Фаллопротезирование – это наиболее надежный и эффективный метод решения проблемы импотенции. Технология предполагает вживление имплантов в орган через всего один разрез. Используются одна- или трехкомпонентные фаллопротезы. Установленные внутрь кавернозных тел, они незаметны и не причиняют дискомфорта. При этом чувствительность мужского органа сохранится, как и все другие ощущения, уверяют специалисты. Скажем, если говорить о трехкомпонентных, то в кавернозные тела ставится фаллопротез, и при нажатии кнопки в мошонке создается эрекция. При повторном нажатии кнопки она Это просто такая управляемая машина становится, да? Да, то есть это пациент может, когда захотел, включить, когда все... Ой, это как удобно. Это очень удобно. Надо находить плюсы во всем, как говорится. То есть пациенты, которым это было сделано, они совершенно меняются, они становятся более уверены в жизни. Потому что именно с этой проблемой пациентов сразу можно определить. Они, как правило, в депрессии. После операции результаты видны сразу.